Мои хорошие, посмотрите, сколько оливок, черных оливок. Сколько собрать можно, вы представляете? Сейчас мы идем. Он нас ведет, куда-то что-то хочет показать. И посмотрите, растительная система везде. Все проведено так у них. Заброшенная фазенда, заброшенный сад. А так, сколько оливок, друзья мои. Представляете, в огороде у него историческое, все, обалдеть. Идем мы, идем. Покажу вам тоже, самое интересно. Заброшенная фазенда. Посмотрите, какие оливки. Ой. Друзья мои, посмотрите, сколько я сделаю оливок. Ашкемкач олив бен я поим, зайтин. Буне, усынино? Тапынак. Тапынак. Ким у койду? Девлет. Девлет? А, государство поставило. Дома тапынаги. Короче говоря, друзья мои, потом это все посмотрю я, что как вот государство поставило культур и туризм. Видите? Посмотрим, что там за тапынак. Бахче девар были. У Али в огороде, в саду. Друзья мои, я в шоке. Вот. На эту историческую достопримечательность пришли. Вы представляете, у него в саду это. Ашкем, сын ба нашим де алат, бора сын олду онже. Тапынак буне, тапынак. А, это как этот, говорит, как мечети, как крепость. Здесь была. Христиан. Тапынак, о? Мусульман дииль. Христиан дииль нас. Представляете, сколько лет этому всему. Илан Йокма Бурда. Коркма бенишим, да? Я спросила, змей нету. Он говорит, все есть. Посмотрите. Вот. Вот такая вот достопримечательность историческая у Али в огороде. В саду. Али бы сад вар орда, не орда? Altında da var yani ha. Abi. Bura başkan direkler üzerinde çatı düşün. Bak. Bunlar direk ya. Evet. Direkler üzerinde çatı. Çatı düşün. Evet. Üstünde çatı varmış. Her çatının onundan hayvan sihirleriyle su akarmış. Kralın kapınak. Sarayıymış. Tapınak, tapınak. Roma döneminden kalma. Roma. Evet. Roma döneminden. Roma, Roma. Oraya girebilir miyiz diyorsun? Merdiven olsa girersin de şimdi diyemez ya. Ha, merdiven olması lazım. Abi. Ama içerinde de var bir şey. Abi. Внутри есть. Orada var. Комната есть внутри, представляете? Oraya gitsek tehlikeli mi? Geçer mi? Yani şu olarak şimdi konuşsana. Hayır, şuraya. Şu bölge. Yok yok. Orada, burada turistler geliyorlar. Yazın, bazen. Aa, иногда, говорит, приходят сюда туристы летом. Конечно, красота. Угу. Аж кембинем куда пошел, залез. Да, я в шоке. Али, иранлар нерде? Иранлар нерде?
Kendi nasıl olur? Ne yapıyorsun Yılan? Ha? Ne yapıyorsun Yılan, ne yapıyorsun? İnternette yüklüyorum. Yılan, yılan. Başkan burada işte. Orada var. Ne var? Представляете, там внизу под землей комната. Ну, здесь вот упала крыша, обвалилось все. Перекидашка у нас. Очень опасно. Ну, посмотрите, что там есть. Видите? Я не вижу пока ничего, пока снимаю. Вот так вот все накрыто. Попробую. Попробую с этой стороны снять, что там внутри. Сейчас, мои хорошие. Посмотрите. Не знаю, видите вы или не видите. Очень мне интересно, что там, как бы снять и не провалиться. И не погибнуть. Вот такой ход я вижу там, да? Видите вы или не видите? Я тоже не вижу. Мой муж переживает, чтобы я не упала. А мне так интересно, друзья мои. Как интересно. Как интересно. Вот так вот. Такие места в Мерсине. Насыл балык. Балык? А, посмотрите, вот это вот рыба. Мой муж говорит, НДР говорит, сними это вот. А, в автосаузе да, олабидер. Не вар? Видите? Çünkü bak, yere, да, yerdeki evet. Döşemeler görebiliyor musun? Фрески. А и здесь, говорят, шар. Нашли скелет человека захороненного. Ну и забрали, конечно, в музей он. Кашка, где ильнеч бы еще варбах? Посмотрите, вот. Ярдаки шей чек, вот он чук, интересно. Посмотрите, мои хорошие. Вы что, мне говорите? Вы видите? Фаянс гибы. Фаянс. Вы видите? Мозаика. Мозаика. Mozaik işleme. Parçalar ama işte kalmış falan filan. O kadar. Короче говоря, я в шоке. Красота какая. Şu duvardaki düzlüğe bak aşkım. Duvardaki düz işçiliği görüyor musun? Hem eğimi hem ne kadar güzel yapmışlar ya. Burası çok güzel bir yermiş ya. Şu taştaki özelliğe bak. Камень. Так красиво выполнено, что кишера. Видите, как раньше, сколько лет назад, из камней такие красивые скульптуры делали. А это что, бунешки? А, это чалак. Сурдан. Чалак, пина. Баксы. Кишера. Ну смотри, что это такое, желуби? Ама турче бельмюру, по-турецки не знаю. В общем, посмотрите, в каком месте красивом я. У меня нету слов, друзья мои. Обалдеть, обалдеть. Посмотрите, это все здесь, рядом море. Вот это от него фазенда, вот там домик. Мои хорошие, где я нахожусь? Это все в саду у Али. Посмотрите. В общем, я лажу по катакомбам. Ой. Опа. Прыгаю. Солнышко. Солнышко, солнышко.
Пашка, вар мы были антика? Я спросила, есть еще такое антикварное место? Есть. Посмотрите, как красиво Ашка мне. Будет снимать. Гюзель, красота какая. Друзья мои, я нахожусь в Аташе, в Аяше. В Мерсине, на побережье Средиземного моря. Там курорт, друзья мои хорошие. Там мы отдыхали летом с мужем. Прекрасный пляж, один из лучших. Мы сейчас пойдем туда, в те места, и я покажу вам еще лучше, еще интереснее. Оставайтесь со мной на связи. Копать.